Беларусь с большим размахом отмечает 70-летие Великой Победы. Мы решили выяснить у жителей Минска, помнят ли они историю Второй мировой войны. В каком году Вторая мировая война началась? Так, Вторая мировая война в 1941. А 1 сентября 1939 года что было? Конечно, 1 сентября 1939 года в Польше, да, правильно. 22 червня 1941 года. Нет, Вторая мировая война, она же была в 1939 году, 1 сентября, по-моему. Именно всемирная, да? Mm-hmm. 1 сентября 1941, да, по 1945, 1940, получается, правильно. Кто был союзниками Советского Союза в войне против Германии? Советский Союз, Франция, Англия. Союзниками Советского Союза, ну скажем, не было таких конкретных союзников, разве что если считать Америку, которая пыталась завоевать тоже Берлин. Американцы. А союзниками Германии? Не могу сказать. США, Британия и, в принципе, Франция некоторое время. Какие битвы можно назвать переломными, решающими, которые изменили ход войны? Великой Отечественной или Второй мировой? Да, Великой Отечественной. Битва под Москвой, Сталинградская битва. Курская дуга на Прохоровке, Сталинградская битва. Ну, высадка в Нормандии, в принципе, тоже подходит. Сталинград, наверное, что-то было, битва. Сталинград, Севастополь, Брест еще вот. Помните, что такое Холокост? Холокост, истребление евреев. Холокост, ну это план Гитлера. Извините? План Гитлера. Это по истреблению евреев. А что такое Холокост? Лагерь концентрационный. Холокост – это истребление арийской нации. А какова была роль Ленина во Второй мировой войне? Ну, даже не знаю. Главная, наверное, роль. А Ленин ни при чем. Почему? А Сталин. А Ленин? Ну, Ленин шел отдыхать. А какова роль Ленина вот во Второй мировой войне? Никакая. Ленина нет. Ну, разве что косвенное. А почему? Ну, потому что непосредственно его в это время не было. А где он был? Ну, где? В мавзолее.